Всем доброе утро. У нас утро, завтрак. Сделали с Софиком чаек. И я пожарила блинчики с мясом и с сыром. Да, они с сыром идет. Со шпинатом. Ну да, вот эти вот зеленые. Только они сейчас их, видите, как делают. Так, сделаем поярче. Раньше они были полностью, а сейчас вот так, вкрапление. Ну, все равно вкусно. Творожный сыр внутри. Приводим себя в порядок. Поумывалась. Мне тут остатки пеночки такой остались. Хорошая пенка. И вот таким вот массажером поработала. Вы там писали в комментариях, когда-то София не купила массажер в АТБ. Вот там с одной стороны вот такие вот пупырышки. Зачем нам покупать, если у нас есть? Гигиена. Оно моется. Моется. И попробовала только что София. Я говорю, дай попробовать тонер для лица. Но моя кожа его мгновенно впитала? Съела. Да. Его долго держится. Он вот такой легенький. Там в комментариях написали, что Софи таким пользоваться нельзя. А, моя, как сказать, мой, моя, как сказать, Наташа. Короче, мой косметолог личный. Я же с ней советуюсь, что можно, а что нельзя. Для Софии можно таким пользоваться. Если бы мне нельзя было, мне было от него там. У Софии очень кожа такая чувствительная. Ей не все подходит. Это подошло. Она у Ани пробовала, ей подошло. Убивает, нет ни аллергических реакций, ни сыпи, ни жжения, да? Я бывала, чем его пользовалась, меня высыпало. Да, у Софии не все подходит, нельзя. Но он, да, мгновенно. Кремом вам будет, пожалуйста? Кремом? Да не, крем твой легенький, не буду. Так, сыворотка. Там девочки меня в комментариях спрашивали, насколько мне хватает. Вчера переписывали сыворотки, вот это 100 миллилитров, по-моему. Наверное, 100, да? От Софии тебе не видно? Не увижу я. Вот это 30, да, миллилитров? Вот это вот, посмотри, 30. Значит, та 100. Ну, да. Я пользуюсь той сывороткой на ночь, а утром у меня витамин С, девочки. Витамин С. Витамин С. Я их чередую. Я не пользуюсь одной сывороткой все время. На утро одна, на вечер другая. А, как я придумала, я тут повесила свой штатив, лампу. В комментариях спрашивали по поводу вот этого вот крема. Удивились, что он мне понравился. Крем вообще офигенный, девочки. Он очень классный. И у Ани такой был, и у меня. Это крем под глазки. Он такой тягучий, но он у меня уже закончился. Такой вот он тянется. Но я так пыталась остатки использовать все до конца. Видите, какая я жадная. Смотрите, сколько еще в тюбике осталось. Я его вот так нанесу. Я его уже перевернула, но все равно ничего. Наверное, вот это уже последнее. Нет, не последнее. Гляньте, сколько много крема. Крем какой. Ну, это уже перебор, Наташа, делаем. Ладно, мы сделаем вот сюда и нанесем. Еще можно попользоваться немножко. Не знаю, мне очень понравился этот крем. Сейчас у меня другой, но я решила этот до конца использовать. Он такой вот, видите, как видно, он тянется. Очень хороший. Можно вот сюда, где вот тут у вас, есть там какие-нибудь морщинки, нанести. Да я собираюсь. София, громко музыку не включай, песни. Потому что я музыку не включай, пожалуйста. Сейчас соберусь, пойдем Микусю поведем на стрижку. Надеюсь, она будет у меня очень красивая после стрижечки. Так, ремонт кто-то делает. Девочки, по поводу ремонта. Когда я обращалась к вам и
предлагала, кому надо ремонт. Мне много людей написали. Ну, написали, как связаться. Девочки, я в Ютубе я не могу оставить номер телефона. Я вам оставляла ссылки на Инстаграм. Вот если кому надо, ссылки в Инстаграм, пожалуйста. Если кому надо делать ремонт. Кстати, Женя уже приступил, начал делать ремонт. Он уехал, делает ремонт. Ну, он будет так приезжать, уезжать. В общем, мы так решили. Вот. Так что, кому надо, пишите в Инстаграм. В Ютубе не могу оставлять номер телефона, сами понимаете, потому что начнут звонить, кому надо и кому не надо. Так, пока у нас есть время, я когда спешу, если я куда-то спешу, я утром крем не наношу, только один SPF. А когда я не спешу, мне надо, чтобы крем хорошо впитался, а потом наношу SPF. В зеркало смотрю. Все, уже добила баночку, вылизала, съела. Это крем Меланокс. Меланокс. Это вторая у меня уже баночка. Это мне Наташа дарила на день рождения в ноябре месяце. Еще тут на раз. Осталось на раз чуть-чуть геля. Белюшка. Тут закончу и начну свой новый желтенький крем. И вот такой я покупала крем под глазки, это я вам хотела просто показать. Тоже очень хороший, но он не такой тягучий, как вот этот. Не знаю, мне очень нравится и этот крем. Отвели Микуську на стрижку. Ой, долго нам ждать. 2,5-3 часа. Вот. Да, что-то она посмотрела зубы, не понравилось. Она говорит, с ЖКТ, говорит. Она сама ветврач еще. Говорит, с желудком. Я говорю, ну бывают рвоты утром. Она говорит, желчью. Я говорю, да, ну это редко бывает такое. Если она не ест, там, то вырадует. Она говорит, ну это бывает. Говорит, ну смотрите сами, может надо будет ее... Ну, короче, обследоваться. Так, а мы сейчас пойдем Софийку на танцы запишем. Ну, да. Что, я записалась. А, ты уже? Записалась? Ну, мы туда сходим мы сейчас, да. Мы просто сходим, чтобы я потом дорогу сейчас знала, да. И все. Потому что Софичка ж тут тоже хочет танцевать. Вот. Нашла она там свои любимые танцы недалеко от нас. Мы сейчас... Пройдемся, посмотрим, какие ходить, чтобы было удобно, да? Многие эти танцы, уверенно, знают, кто из девочек. Ну, ладно, у нас девочки. Да такие девочки, как ты, наверное, ж не смотрят. Да что, смотрят, поверь. Смотрят, туняла пошла. Все отлично. Дорогу прошли, разведку боем сделали. Все рядышком. Ну, теперь София пойдет на пробное занятие, понравится и не понравится. У нас там еще где-то есть танцы, тоже недалеко. По сравнению с теми, куда пошла я, по-любому да? Понравится. Ну, конечно. Мы еще когда весной, да, приезжали, она тоже думала за те танцы идти, не идти, и писала. Я чисто приглашали. Да. Приглашали. Ну просто так. Они одни единственные в Харькове, не пойти, если они рядом. Ну, ну да, рядом пройти. Ну, 10 минут максимум рядышком, хорошо. Так, вот тут парк. Пошли, это там он? Есть кофейня. Это есть парк? Ну да, вон лавочки. А, понятно. Мы сейчас купим кофе. Софийкой посидим на лавочке. Нам долго, София, гулять? Я знаю. Можно и домой сходить. Да зачем? Ну ладно, погуляем. Что тебе дома сидеть? Погуляем, что дома правильно сидеть. Я думала, тут прям какой-то парк, тут такой лавочки. Все. Ну вот, лавочки, парковая зона. Понятно. Уже помада отпечаталась. Взяли Софийкой кофе, она себе пироженка взяла. Идем. А тут какой-то ресторанчик. Мы тут с Женей гуляли. Там этот фонтанчик. Аня говорила, говорю, мы с папой гуляли, там какой-то ресторан. Она говорит, мы там хотели свадьбу. Ну,
играть. Ну, что-то отменилось. Кусты вот эти мне понравились, да? Такие красивенькие кустики. Ой, вон лавочки. Можно туда подальше, в тенечек, зайка. Ага. Мы с тобой так будем идти до самого конца парка. А что нам? Мы никуда не спешим. Вон туда, под деревце идем. В кружочек, под деревце. Ой, в меня врезался жук. За Мики трохи переживаю. Знаете, мне как чувствую себя предателем. Я ее отдала. Она так, я ухожу, она так смотрит на меня, думает, мама, куда ты меня бросила? Оставь на лавочку. Но она падает, она не стоит. Смотрите, как хорошо мы сидим. Дерево такое огромное, красивое. Я попробую сейчас десерт. Прям огромнейшее. Вообще оно закрывает. Смотри, какую территорию. Угу. Клен, да? Огромный. Клен? Да. Может, клен? София, лен — это трава такая, растение, но не клен. Попробуешь, скажешь, вкусно или нет. Это Орео ты взяла, да, пироженка? Я хотела красный бархат, но решила взять. А там не было красного? Был. Или был? Был, да? Был вообще-то. А я что-то я его не увидела. Я сказала, я хочу красный бархат. А ну попробуй, скажи. Надеюсь, чтобы они свежие были. Вкусный? Mm-hmm. Да, а что вот это сверху такое? А, Орео. Печенька поломана. Хочешь? Не, не хочу. Я буду про... Да, мне не хочется сладкого. Mm-hmm. Мне больше. Хотела вас поблагодарить, всех зрителей. Вот надо у вас всегда совета спрашивать по поводу, ну, вот это реестра. Новый реестр внести квартиры. Вы написали там разные советы и в личку мне, и в Инстаграм девочки писали. Прям спасибо большое. Нам, мы сначала узнавали в ЦНАП. Нам сказали вот это в БТИ. Мы поехали в БТИ. Ну, кто-то в комментариях, вы понимаете, где это мы были. Я так не сильно ориентируюсь. Мы же с Анюткой ездили. И там же ж вот эта запись на квартиру, и вы сказали, что для мамы надо отдельно, нельзя и на один номер. Ну, тогда надо будет снова туда съездить и записать маму. И просить уже потом или на такси поехать, или Аня может, если получится, чтобы отвезла с мамой. И в квартире, вот в моей квартире в Мирнограде, я властник квартиры. Там писали, кто и прописан, и всем туда идти. Не знаю. Всех везти туда. Так что огромное спасибо. Это еще я только видео утром выставила. Уже сколько комментариев написали. Спасибо, ребятки, что делитесь своей информацией. Как вы оформляли, пишите. Кто сразу в БТИ, потом в ЦНАП. Вот это меня смущает, что вы там писали, документы оставлять надо. Страшно. Не дай бог вот так прилет и все сгорит. И ты останешься. Вот это меня тоже пугает, конечно. А что, нельзя ксерокопии там как-то оставлять? Ну ладно, я буду уже, когда пойду по записи, узнаю. Сижу подо мной лавочка, когда начинает вибрировать. Говорю, мам, что это? Она говорит, поднизом же метро, я вообще не туда. А я не почувствовала что-то. Как-то я уже третий раз слышу, как оно так вибрация. А, ну да, идет. Какая-то такая мелкая вибрация. Думаю, может, машины, да, ой, это ж ой, метро. Под нами кто-то сейчас ходит, да, ездит. Там, ну да, глубоко. А на дома ты живешь в Мирнограде, там выработки, шахты под низом. Ну, я не чувствую, что у меня под лавочкой что-то жужжало. Ну, там не жужжит, там глубоко очень, ну, просто выработки. Не знаю, может, под именно там, где живут люди, не было выработок, именно по полям, ну, не знаю. Ну, говорят, они везде там, эти выработки. Сейчас, если будут еще раз жужжать, я тебе обратишь внимание. Да я слышу, это я как-то не пойму, что я видео снимаю, я сосредоточилась на беседе. Мы ведем со зрителями диалог. А потом они мне в комментариях отвечают. Спасибо. Я потом Ане дам еще почитать. Ну, Аню попрошу, пусть зайдет ко мне, почитает комментарии. Угу.
На метро? Ну, метро где? Вон, ну там где-то метро. Тебе жалко Микуську? Мне так жалко. Ну, я понимаю, знаете, я когда ее на стрижку у себя в городе водила, знакомая девочка, я сидела там рядом. Я сижу, еще могу помочь подержать. Но с одной стороны, это не очень хорошо, потому что она себя плохо ведет. Ну как плохо ведет? Она видит меня, вот я перед ней сижу. Мать, мам, и она скулит, ко мне рвется, думает, да что ж ты сидишь, мачеха такая, не спасаешь. А тут, я думаю, она будет себя спокойнее вести. Ну она, ну так, сядет себе там. Ну спрошу, как она себя вела. Ну у Марины, да, она... время. Я бывала, я говорю, давай я подержу. Она говорит, я не хочу. Марина говорит, лучше не трогай. Ты ее когда дотрагиваешься, она еще больше начинает там плакать. Вон голуби пришли. Что там наши горлицы? Уже, наверное, улетели, выросли. Тревога, да? Повітряна тревога. А мы на лавке сидим. Пройдите в укрытие. Никуда мне идти. Никуда. Мы возле клена сидим. Клен нас будет защищать. Ой, ну красивый клен. Вообще, девочки, шикарно. Чистенько везде, хорошо. Урночки. Да? Угу. Мне нравится тут. Тихо, спокойно так. Только сирены, если бы не выли, тогда было бы спокойнее еще. Наблюдаю. Ветку что-то она на той ветке лазит. Листики обрывает с нее.